Поздравляем жителей Бобруйска с днем единения народов Беларуси и России от детского молодежного центра района Сокольники. Встречаются ли соколы с бобрами? Сказать об этом точно не могу. А вот районы дружат с городами и дружбу эту нежно берегут. Дружбою сердечную белорусы славятся, русские друзьям открыты всей душой. Все об этом знают, в гости приезжают, и всегда мы были близкою роднёй.